Мы, когда встречались с Моргенштерном в прошлом году в Стамбуле, и делали интервью, мы много общались с ним, и он мне говорил, что брал с вас пример, что вы один из его учителей, он с большим трепетом к вам относится. Алишер сделал клип, там даже дважды использовал мои фразы, которые разошлись, как мемы. Пожелания, адресованные российской армии. Хорошие пожелания. Да, главное, правильные. Скажите, вот Алишера клип вы видели? Да. Вам понравилось? Не особо. Почему? Ну, потому что я считаю, что неприемлемо смешивать ваши вот эти великолепные голосовые сообщения с рассуждениями о том, как именно жужжит его желтая машинка. Вот. То есть я считаю, что это, ну, полный бред.